Я не знаю ничего о том. Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО, не отдельное государство, не США, увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это. Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех до последнего хорватского солдата. До последнего?